Ели, песчаные пляжи и заснеженные леса, природные и городские ландшафты художник Владимир Биндеман представил выставку «Вдали и рядом». В первый же вечер больше двух десятков людей посетили экспозицию. Татьяна Захарова оценила картину в миниатюре, особенно цветовую палитру работ. Получается, они так подобраны, что ты видишь, как меняются краски в зависимости от там дождь или это солнце, и другой свет. И вроде картина одна, но все время другая. Больше 30 работ. Всю экспозицию Биндеман разделил на два сезона – летний и зимний. Из последнего блока выделил для себя особенную картину – «Ледяная дорога». Я буквально начал писать его спустя час после того, как увидел этот пейзаж. И писал его достаточно быстро, потому что вот тот эффект, который произвело на меня восходящее солнце, освещающее голубые сугробы и блестящий на дороге лед, оно было настолько сильным, что захотелось выразить его немедленно. Какие еще пейзажи создал Биндеман, химчане смогут увидеть на выставке в музейном комплексе парка Толстого до 20 сентября. Вход свободный.